Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли закон, который запрещает военным рассказывать о своей службе. Новые ограничения также действуют и на тех, кто призван на сборы. Всем им запрещено иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет. Также под грифом «Секретно» любая информация о роде войск, их дислокации, сослуживцах, в том числе бывших и их родственниках.